Привет! Мы продолжаем изучение Fine Report, платформы для создания отчетов и анализа данных. И сегодня более детально рассмотрим одну из ключевых функций этой платформы, а именно параметр набора данных, или как еще их принято называть, Dataset Parameters, и их влияние на процесс создания отчетов. Мы будем придерживаться следующего сценария. Сначала создадим датасеты, которые будут являться наборами данных, потом построим на этих источниках отчеты, и далее поработаем с параметрами, чтобы пользователи могли динамически фильтровать данные, которые находятся на отчете. И давайте приступим. Как я уже сказала, начнем с того, что создадим набор данных. У меня это будет database query. Первое, что сделаем, зададим ему название. Это будет dataset параметр. И у меня здесь уже было настроено подключение к источнику. Я с помощью запроса, SQL-запроса, начну с ним работу с определенной таблицей. Проверяем, та ли это таблица, которую мы ожидаем увидеть, и в моем случае, да, это тот источник, на котором я планирую построить дальше свою отчетность. И я буду использовать все 5 полей, которые в данном источнике присутствуют. Собственно, с помощью зажатой клавиши Shift мы можем выделить сразу все поля, которые находятся в источнике, и разместить их таким образом, как того требует наша задача. В моем случае мне удобно, чтобы заголовки моих таблиц располагались слева направо. Собственно, так их и зададим. И чтобы наша таблица была более читаемой и понятной для конечного пользователя, зададим заголовки непосредственно нашим столбцам. Первый — это будет регион. Дальше пусть это будет менеджер, группа товаров, товары и последнее — это будут продажи. Я немножечко хочу преобразовать мою табличку, чтобы она была чуть более удобной для считывания информации. Я задам определенную ширину столбцам, чтобы мои заголовки помещались на одну строку. Я выровняю их по центру. Также я хочу задать им определенный цвет, чтобы они выделялись. И чтобы было легче считывать информацию, задам границы. И я хочу посмотреть, что у меня получилось. Я задам аналогичное название своему темплейту, отчету, который будет называться Dataset Parameter. Собственно, сохраним все и посмотрим, как это будет отображаться. Собственно, вот наш отчет, но пока что здесь не добавлены фильтры, и, собственно, мы видим всю информацию, которая присутствует в данном наборе. Давайте добавим фильтры с помощью параметров. Для этого нам нужно будет зайти в режим редактирования нашего источника и задать здесь условия where, например, по региону. И нам нужно будет регион задать в качестве параметра. Как это сделать? Синтаксис указан чуть ниже под окошком, когда мы вводим SQL-запросы. И зададим сейчас название моему параметру. Это будет регион. Обновим информацию, видим, что у нас появился параметр регион. Важный момент, нужно обращать на тот тип данных, который стоит, потому что по умолчанию это будет string, то есть текстовое поле. Собственно, нам оно на данный момент и нужно. И зададим какое-то значение, которое у нас будет по умолчанию выводиться в данном параметре. Собственно, мы его создали. Но создали пока только на стороне датасета. Наш отчет на данный момент не содержит никаких фильтров. Так давайте следующим шагом добавим этот фильтр, точнее этот параметр в фильтр отчета. Для того, чтобы изменить наш компонент, нам нужно будет нажать на иконку с карандашом. И таким образом мы попадаем в настройки компонента. И мы уже видим здесь заготовку, что наша платформа уже определяет, что в нашем источнике данных есть параметр, вот он нам его предлагает добавить. Нажимаем «Добавить» и давайте немножечко его отформатируем под наши запросы. Начнем с того, что мы изменим наименование данного фильтра. Оно у нас будет звучать как «Регион». Далее
мы немножечко там, добавим место для того, чтобы можно было внести значение, и выберем тип виджета, который нам нужен будет. Это будет текст. То есть мы будем вручную вносить сюда определенные значения. И давайте поменяем на, ну, например, пусть наша кнопка Query станет нашей кнопкой Показ. Так, немножечко ее подвинем. И давайте сохраним наш результат и посмотрим, что у нас в итоге получится. Сейчас наш отчет обновится. И мы увидели, что у нас появился фильтр, что мы можем сформировать отчет. И при желании мы можем даже внести другое значение, и наша выборка, наш источник данных, наш отчет пересчитаются. Но что делать, если мы, например, хотим добавить не один фильтр, а два? И что, если мы хотим, чтобы они были вида выпадающих списков? И чтобы, выбирая значение в одном фильтре, мы могли видеть только релевантные ему значения в другом фильтре, а не полный перечень данных. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Для этого я воспользуюсь второй вкладкой. На ней, в принципе, я повторила точно такие же шаги, как мы только что реализовали при первом наборе данных. И давайте проверим. Вот, по сути, на входе мы видим такую же табличку. И давайте дальше преобразуем немного наш запрос. Что мы сделаем? Мы добавим условия where. И, например, мы хотим, чтобы у нас были фильтры по product types, которые равнялись бы параметру, опять же, и мы бы его назвали type. И у нас бы выполнялось еще одно условие, которое называется product, которое равняется, опять же, параметру с одноименным названием product. Так, проверяем, что наши поля полностью совпадают с полями таблицы. Окей. Так, и что нам дальше нужно будет сделать? Нам нужно будет еще создать два дополнительных набора данных. Первый мы назовем type dictionary, и воспользуемся тем же самым источником, который мы использовали для построения основной таблицы. Отсюда мы заберем только наши product types, то есть только наши группы товаров. На всякий случай проверим. Да, мы получили список возможных групп товаров, которые находятся в данном источнике. И нам понадобится еще один, который будет называться Product Dictionary. И он тоже будет строиться на основе все той же нашей таблички. Здесь мы будем выбирать Product, но сюда пропишем условия. Где наш Product Types будет равен параметру type. Параметр type, он будет выглядеть ровно так же, как мы его вносили в dataset linkage, то есть они должны иметь одинаковые названия. И, по сути, здесь речь идет о том, что показывай нам товары только из конкретной группы товаров, выбранной в фильтре. И нажимаем ОК. Мы создали все необходимые источники. И теперь давайте попробуем добавить это на наш дашборд. Мы видим, что у нас здесь уже появилось два параметра. Добавляем оба. И я хочу немножечко их поменять местами. Я хочу, чтобы изначально у меня шли группы товаров, а потом по логике, по иерархии у меня просто были бы товары. Таким образом, первое. Давайте начнем редактировать. Так, здесь у меня будет группа товаров. Немножечко ей добавим место. Так,
И дальше у нас разместится как раз-таки будет выпадающий список drop-down box. И дальше давайте добавим, у нас будут идти именно товары. Преобразуем наши заголовки фильтров. Это будут товары. Так, и здесь тоже немножечко побольше сделаем место. И тоже выберем drop-down box. И не забываем про нашу кнопку. Тоже сделаем поиск. Так, что нам нужно будет сделать еще? Не просто так мы с вами создавали словари. Для групп товаров мы с вами должны будем подвязать источник, который был создан вторым и который назывался Type Dictionary. То есть тот источник, который содержит перечень групп товаров. Добавляем его сюда. Собственно, чтобы в выпадающем списке только эти значения у нас появлялись. И тоже в качестве словаря мы добавляем товары, которые были созданы у нас в нашем третьем источнике. Видим, что здесь продукт тоже подвязалось. Сохраняем наш отчет и посмотрим, что у нас получилось. Таким образом, мы выбираем, например, beverages или напитки в группе товаров и видим, что у нас для beverages релевантны только несколько товаров, а не весь список. Или выбирая десерты, мы опять же видим только интересующие нас позиции товаров.